BQ Space – космический смартфон по доступной цене. 8-ядерный процессор и 3 гигабайта оперативной памяти. Новейшие игры и современные приложения – не проблема. Большая батарея в тончайшем корпусе. BQ Space – просто космос. Вы, возможно, не догадываетесь, но вас снимают каждый день по сотни раз, если вы, конечно, выходите на улицу. Дело в том, что камеры видеонаблюдения сейчас понатыканы в огромном количестве абсолютно везде. Естественно, попадают в их объективы крайне смешные и занятные вещи. И сегодня мы посмотрим как раз на 10 таких. Сейчас вы узнаете себя. Согласитесь, мы очень часто ходим, уткнувшись в смартфон. Да так внимательно, будто там нам написал президент, а не смотрим очередной мемчик. Но если втыкать слишком сильно, то получится вот так. Но это еще что? Серьезно, не втыкайте в телефон во время ходьбы. Проблема намного серьезнее, чем вы думаете. Эта женщина, похоже, ну никак не могла не заметить открытый огромный люк. Тем не менее, она провалилась туда и закончила все скорой помощью. Это видео по эпичности сравнится с самым крутым Water Bottle Flip Challenge. Официантка раскладывала посуду на высокий ящик, но вдруг падает кружка, девушка отбивает ее сначала плечом, а потом пяткой и попадает в раковину с водой. И похоже, кружка осталась цела. Слушайте, возьмите эту девушку тренером российской сборной по футболу. Это видео было снято в Китае, хотя они и не славятся такими странными увлечениями, как, например, японцы. Тем не менее, камера видеонаблюдения засняла крайне странное поведение парня. У нас бы за такое убили. Как нужно приезжать после работы домой? Типа, дорогая, я дома? Нет, вот так. В следующий раз, когда вам нужно будет в магазин, попробуйте попасть туда вот таким вот способом. Недавно в интернете завирусилось видео, на котором изображена азиатская жрица любви с клиентом до и после рабочей ночи. Крайне занятное видео. А иногда, как бы ты ни смотрел под ноги, что бы ни делал, все равно угодишь прямиком в ад. Девушка просто шла, раз и нет девушки. Если вы владелец бизнеса, например, магазина, я думаю, вы опасаетесь ограблений и налетов, но опасаться стоит не грабителей, а баранов и козлов. Да, живых козлов. Этот, например, не угомонился и разбил оба стекла в двери. Каждый хотел бы иметь личный мусорный бак у своего дома, это реально удобно, но только если мусорщик сегодня в хорошем настроении, иначе вам придется все собирать снова. Ставь лайк, если хоть раз улыбнулся, на этом все.